Посещая Германию, я пристрастился к национальному немецкому напитку Гест, или Обст, или Шнапс, яблочный. Ну, там делают из различных видов фруктов и ягод, но вот яблочный самый доступный для нас. Делается он довольно просто. Сейчас я расскажу, как, покажу. А дальше из этого полученного шнапса можно приготовить и знаменитый кальвадос, который делают французы. Ничего сложного этот процесс не представляет. Смотрите, как это делать. Самый главный, самый главный.